В Большом спортивном зале Северской ДЮСШ прошли районные стрелковые соревнования, посвященные памяти учителя ОБЖ и бывшего кадрового военного Виктора Гармалысова. Приняли участие в них более 20 команд общеобразовательных школ и Краснодарского краевого колледжа культуры. Среди почетных гостей – руководитель районной организации «Боевое братство» Александр Лебедь и депутат Совета Северского сельского поселения и ветеран спецназа Олег Ратников. Каждый год ребята со всего района съезжаются, чтобы выяснить, кто из них самый меткий. Это не просто забава, а самый настоящий спорт. Причем представительницы прекрасной половины человечества не отстают от мальчишек. Это в романах Джейн Остин юные дамы проводят свободное время за вышивкой и светскими беседами. Одиннадцатиклассница Ксения Мирвода из школы номер 4 поселка Афипский рассказала, почему свободное время предпочитает проводить с отцом на стрельбище. Занимаюсь стрельбой, потому что это очень хороший способ разгрузки ментальной. Это помогает расслабиться очень сильно, отстраниться от каких-то неприятных мыслей. Но как настоящая девушка от яркого маникюра, Ксюша не отказывается. Приноровилась перезаряжать пневматическую винтовку даже с длинными ногтями. Своим результатом в стрельбе осталась недовольна, говорит, могла и лучше. По итогам соревнований, продлившихся не один час, первое место заняла команда военно-патриотического клуба «Пост номер 1» 59-й школы, второе место у клуба «Сибарс» школы номер 32 и на третьей позиции воспитанники клуба «Восход».